Половинка Сергей Павлович, председатель молодежного центра аквариумистики. Или мастер по изготовлению аквариумов. Все, хватит. Рекламы хватит аквариума. Адрес не говорим. У нас фильм не рекламный. Значит, первый наш вопрос. Знаете ли вы, что Украина занимает первое место в мире по детскому подростковому алкоголизму? Нет, ходите, нормально. Да. Да, я знаю, что это в принципе проблема стоит. Большая проблема на первом месте, наверное, сейчас. Поэтому мы. Но я думаю, что наша работа молодежного центра аквариумистики в некотором роде, я надеюсь, держит. Мы уже давно не задаем вопрос вообще, сколько в Николаеве детей, алкоголиков, наркоманов. Это уже не принципиально. Они есть, их много, их ужасающе много. Мы сейчас задаем вопрос, что нам делать все вместе. Что нам делать все вместе? Сможем ответить на этот вопрос? Значит, тогда нужны будут рыбки, аквариумы, рынки, магазины, машины. Там. Сможем. Что делать? Наверное, больше тепла, больше внимания друг к другу. Если мы будем видеть друг друга, проблемы человека, который рядом, я думаю, что рано или поздно мы победим